15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Год от года защищать интересы горожан чиновникам Ивановской мэрии приходится все чаще. В 2012 году за помощью в городскую администрацию обратились 772 потребителя. В результате проведенной работы было возвращено более 330 тысяч рублей. 70% жалоб и обращений граждан были связаны с продажей некачественного товара. Самая популярная сфера у нас остается – это продажа некачественной бытовой техники. Телефоны, стиральные машины, фотоаппараты, телевизоры, холодильники. То есть количество обращений по вопросам некачественной техники не уменьшается год от года.